Всем привет, меня зовут Софи и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами очень простыми и легкими прическами, которые всегда меня выручают, когда я куда-то опаздываю, либо хочу более интересный вид, чем просто прямые волосы, или же когда у меня грязная голова. К сожалению, сейчас такое бывает очень часто, поэтому я ими пользуюсь практически каждый день. Все, что вам понадобится, это буквально 2-3 минуты вашего времени, расческа, затем невидимки и вот такие маленькие резиночки. Вообще, я советую каждой девушке иметь у себя в арсенале вот такие резинки и невидимки, потому что с ними можно сделать абсолютно любую прическу, не только простую и легкую за 2 минуты, но и какие-то более сложные. Вы просто покупаете один раз вот такую большую упаковку, и вам ее хватает, наверное, на всю жизнь. По крайней мере, мне точно ее хватит, и еще останется Мирославе. В общем, это все, что нам нужно, ну и, конечно же, ваши волосы. Первую прическу я делаю практически каждый день. Единственное, что иногда я делаю ее более опрятной и аккуратной, а иногда такой повседневный и casual. Это низкий пучок, все вы с ним знакомы. Раньше я думала, что он мне не идет, но сейчас я люблю его даже больше, чем распущенные волосы. Для начала, конечно же, расчесываем наши волосы. Разделяем на ваш обычный пробор. Вкладываем волосы за ушки и собираем в низкий хвостик. Чтобы волосы у лица были немного поприлизаннее, я всегда немного затягиваю хвост, а точнее волосы, которые внизу хвоста. То есть вот эти волосы я их вот так вот подтягиваю. И тогда у нас получается, что у лица волосы чуть пособраннее. Далее мы собираем эти волосы либо вот в такой жгутик, либо делаем из этого хвостика косичку. Можно немножко растрепать эту косичку, чтобы прическа была более воздушной. И теперь из этой косички будем делать пучок. И теперь достаем немного прядей у лица, чтобы сделать прическу более небрежной. Обязательно вот эти вот маленькие штучки у ушек немного достанем. И наша первая прическа готова. Если без лишней болтовни и разговоров, то я думаю, она займет у вас буквально 3 минуты, может быть, даже и меньше. Следующая прическа настолько простая, что займет у вас, наверное, меньше минуты. Опять же, расчесываем волосы, отделяем у лица небольшие прядки. Слегка закручиваем прядки в жгутики и убираем назад. Достаем небольшие прядки у лица, буквально тоже чуть-чуть. И наша прическа готова. Если у вас чуть больше свободного времени, то вы можете даже поднакрутить слегка оставшиеся волосы, и будет вообще просто красота. У меня, кстати, похожая прическа была на свадьбе, и, в принципе, я могла ее сделать сама, но, в общем, как-то так. Для следующей прически мы точно так же отделяем небольшие прядки у лица. Делаем низкий хвостик. Теперь берем две невидимки и будем накручивать прядки вокруг нашего хвостика. Сейчас покажу, как это будет происходить. И то же самое с другой стороны. В общем-то, наша третья прическа готова.
Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на меня, если вы до сих пор еще не подписаны, потому что, если верить моей статистике, то 94% моих зрителей – это люди без подписки. Большое спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока!